В Средиземное море вошла авианосная группа США. Американские ВМС информировали, что намерены провести операцию для продолжения поддержки союзников по НАТО. Авианосная ударная группа военно-морских сил США во главе с авианосцем Гарри Трумен начала операции в Средиземном море. Об этом сообщила пресс-служба американских ВМС. Отмечается, что операции проводятся для продолжения поддержки союзников по НАТО, европейских и африканских стран-партнеров, партнеров по коалиции интересов национальной безопасности США в Европе и Африке. По словам командующего 6-м флотом Лайзы Франчетти, в ходе пребывания группы в Средиземноморье планируется отработать весь спектр морских операций. Помимо авианосца, который несет 9 эскадрилей палубной авиации, в том числе и вертолеты, в состав группы входит ракетный крейсер «Нормандия» и несколько эсминцев. Напомним, в настоящее время в восточной части акватории Средиземного моря находится 3 ракетных эсминца ВМС США «Корни», «Росс» и «Уинстон Черчилль», которые оснащены крылатыми ракетами «Томагавк» и «Флагман 6Го» оперативного флота штабной корабль «Маунт Уитни». Также там находится не менее 3 американских ударных атомных подводных лодок класса «Лос-Анджелес». Ранее в Минобороны РФ заявили, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. В Пентагоне опровергли эту информацию, назвав ее пропагандой. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmi-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.